Всем привет, ребята, с вами Рафаэль. Сегодня мы играем в Stone 2. И сегодня у нас есть 130 плюс скинов комонок. Ну да. Короче, здесь будет примерно 150 скинов. И все их мы будем крафтить. И посмотрим, что из этого получится. Первая десятка. Крафтинг. Нормально. Сойдет. Так, хорошо, давайте скрафтим вот такую вторую парочку. Погнали, крафтинг. И что, у нас тоже петель? А, нет. Другая комоночка. Так, это пошла третья пара. Третья пара. Крафтим. И что получилось? Точно такой же юспик. Окей. Давайте крафтим еще. Немножко дробашей. Крафтим. О, калаш вором. Это хорошо. Вот это уже хороший лут. Так, лутаем. Крафтим, точнее. Тоже вором. Окей. Крафтим еще одну парочку. Получается писель. Окей. Так, у нас уже есть 6 анкомонов. Крафтим еще одну пару. Так, выпал еще один калашик. Крафтим еще одну пару. Значит... О! Аура. Вот это очень хорошая, но стоит дофига. А, нет. Ну, по команде выглядит она нормально. Хорошо, крафтим еще одну, еще один десяток. Погнали. Петель, окей. Погнали еще. Окей, хорошо. Крафтим еще. Получаем бравгандроуд. О, калаш вором. Сейчас уже хороший выпадает. Так, крафтим еще один десяток. Тоже калаш вором. Хорошо. Так, крафтим еще один десяток. Получаем пистолетик. Окей. Крафтим предпоследний десяток, как я понимаю. Получаем пиксель в 2. Сейчас будем крафтить последний... А, нет, уже не скрафтим. И теперь будем крафтить оставшиеся скины. Берем калаши, берем Tech9. И давай берем один юспик, один этот и еще один юспик. Барабанный дроп. Что у нас получится? А получится у нас рарка. М110 Кайбр. Кибр. Вы поняли. Вот так вот, ребята. Из 136 примерно комонок мы получили М110 Кайбр. Ну что, ребят, здесь может такой мини-видосик. Ой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем удачи. Всем пока. Пока.